Сегодня я буду играть в Among Us Ананас. Мы на канале Баски. И сейчас мы идем в онлайн. Так, найдем игру лучше. Ой, Евгенбро, давайте нам создадим Евгенбро. Евгенбро настоящий, знаете, как у него имя идет? Так, смотрите. Большая буква. Где у нас Е? Е. В. Ген. Большая буква. Б. Ро. Найди игру. Так. Ну, сюда давайте. Что-то у меня ушки одеты, ребятки. Я одену как вот он любит. Но у меня же нет никаких купленных там штучек. Напишу типа как Евгенбро. Я пишу, привет, ты на меня подписан? Вот я круто придумала, да, ребят? Ну, вот, да. Пиши. Вот я круто придумала. Если только он мои видео увидит. О, а 4. Это будет кошмар вообще. Какой мне шапочку одеть, как у Евгенбро? Ну какая у него вот шапочка? Ну, а тут еще может такое одеть. Я когда была в роли А4, как вот тут этот, я одевала оранжевый цвет, такую шапку. Кепку. Я типа сейчас. Короче, я не знаю вообще на самом деле. 2-4 учусь звать. Ну, по-моему, один из них покинул игру. Блин. Вот мне вот на предателя не везет, но я люблю больше быть предателем, чем членом экипа. О, Евгенбро один. Я буду с ним ходить. Я с ним спрячусь. Во, так вот. Я сразу напишу. Не я, не Е, не один. Я, кстати, как он напишу? Он пишет обычно вот так вот. Хорошо, хорошо. Вам за нее понравится. За оранжевого. Да, он был предателем. Сейчас я тут все сделаю. Да, ребята. Да.
всё. Взяли, ну, что-то какой-то средний такой. Может, он почти издевается вообще. Издевается, что ли? Короче, сейчас к теме я буду. Давайте, к теме уже буду. Ну и кем я буду?